Мы живем в нелегкое время. Время кризисов, время войн, время катастроф и бедствий, время недоверия к государству. Каждый из нас пытается хоть как-то вырваться из рутины, зажить настоящей жизнью, делать то, что по душе. А ведь это очень сложно, так как нет финансовых возможностей, и приходится делать то, за что хорошо платят. Ходить на нелюбимую, а иногда и абсолютно бессмысленную работу. И желание освободиться всего этого постепенно затухает, и мы принимаем ту судьбу, которую нам навязывают. Но мы живем во время перемен. Да, именно так. Интернет сблизил людей, вывернул наизнанку все. Многое дал, еще даст. В многих вещах, которые мы узнаем здесь, мы бы и не догадались, сидя у себя дома, в каком-нибудь большом или маленьком городе. Здесь каждый может чему-то научиться, работать или просто отдохнуть. На просторах Рунета появилось множество проектов по заработку. Есть мошеннические, есть бессмысленные, есть сомнительные, а есть имеющие право на жизнь. Но когда ты начинаешь вникать в суть, не доверяешь им. Где-то нужно перечислять свои средства на непонятный счет. Где-то нужно прочитать и изучить тонну технической литературы. Кликать, лайкать. Где-то ждать месяцы или годы. Привлекать рефералов, спамить интернет, рекламировать продукты. Это не по мне. Я не вижу там себя. Хочу посвятить вас в одно очень хорошее и интересное дело, которым вы, возможно, заболеете. Так же, как и здесь нет последних. Здесь есть только те, кто копит, накопил и продолжает копить. Бесконечная прибыль. Фантастика? Нет. Создатели проекта просто поверили в невозможное, а потом совершили его. Создали проект для людей, для нас с вами. Как это работает? Понять сложно. Работа проекта построена на математических, независимых друг от друга, полностью автоматизированных, реферальных матрицах, замкнутых друг на друга. Они непростые, и в двух словах описать их невозможно. Это высшая математика, это программный код. Но вы поймете как, проявив интерес. На каждом этапе, на каждой покупке, на каждой продаже, раз за разом вы уже будете получать прибыль. Напомню, здесь единственный товар – это деньги. Разобраться в сущности проекта просто, работать просто и интуитивно понятно. Я не хочу заставлять вас вступать, не хочу заставлять вас привлекать сюда людей. Я прошу, именно прошу вас посмотреть эту работу, затратить всего несколько минут своего свободного времени, попытаться вникнуть. Чего я хочу? Хочу, чтобы каждый, кто носит гордое звание человека, обрел свободу. И мы, люди, начали жить, а не существовать. Жить настоящими ценностями, где главной ценностью являются не деньги, а человек.